Догорок ленинских дуэт из Америки успел посетить Санкт-Петербург, где публика осталась в восторге от умения артистов дарить эстетическое наслаждение. За плечами у пианистки Мирны Лекич и скрипачки Карен Ростран богатое творческое прошлое. Они окончили Манхэттенскую музыкальную школу, преподают и дают концерты. В первом отделении вы услышите известнейшее сочинение замечательного французского композитора Клода Дебюсси «Соната для скрипки и фортепиано». Это сочинение в 4 частях, поэтому мы его не будем прерывать, эти части, своими аплодисментами, дослушаем до конца. Дуэта особое место занимают произведения прошлого и нынешнего веков. Они используют как всемирно известные композиции, так и мелодии малознакомых авторов. Программа тура весьма разнообразная. Такой музыкальный микс пришелся по душе местной публике. Концерт очень понравился. Очень приятно, что нас посещают иностранные гости из Соединенных Штатов. Очень приятно, что музыка такая международная, и везде ее слушают и понимают. Подруги Маргарита и Валентина послушать зарубежных артистов решили не случайно. Обе с детства занимаются музыкой, а сейчас выступают в хоре Горок Ленинских. Поэтому для них концерт стал неким мастер-классом. Действительно слаженный дуэт, интересная музыка и новая для меня. Ну и известные произведения. Очень приятное впечатление от концерта. Для руководства музея-заповедника Горки Ленинские дарить посетителям приятные эмоции – основная задача. Здесь регулярно проходят разного рода концерты, многие абсолютно бесплатные. Периодически к нам приезжают прославленные исполнители. В нашем музее звучит не только классическая музыка, но и другие жанры. Следующей концертной площадкой гостей из-за океана станет одна из сцен Парижа, а завершится тур в Нью-Йорке. В свою очередь музей-заповедник Горки Ленинский уже ждет новых артистов и гостей. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.